Привет. Похоже, да? Что ТикТок интересует, сколько выдержишь тут? Я не знаю, сколько я выдержу. Мне кажется, уже с меня хватит, уже устал. Ты откуда? С Алматы. Давайте гляну на тебя смотреть. Спасибо вам всем. Спасибо. Да не тратьтесь вы. Спасибо большое. Шамшот сразу. Суэли, привет. Кушать не хочешь? Нет, я не хочу, я уже поела. Салом. Это что-то, конечно. Спасибо за подписки вам всем. Я не знаю, как так, честно, я без понятия. Всем спасибо. Пишите, пожалуйста, по-русски. Жес. Как вас там зовут? Не знаю. Сэмску. Никита, я честно, если честно, я не успеваю. Если что. Дорогая, мне нравится там прямой эфир. Мы можем быть друзьями. Нравится, да? Ты чеченка? Нет, я не чеченка, я казашка. Что такая грустная? Такая грустная? Нет, это не грустная. С чего вы взяли, что я грустная? Я просто пытаюсь как бы... Не успеваю маленько отвечать на вопрос. Привет. Никита, кого ты там блокируешь? Привет, я тебе 5К. Спасибо, не надо ничего. Мне и так хорошо. Жанна, я с Алматы, Жанна. Привет. Мне много лет. Всем спасибо. Хлеб уже я достала, все. Ну, реально, чуть не сгорел у меня. Чего ты там пишешь? Не понимаю, можно пойти? Можно? Я вам отправлю по почте, хорошо? Спасибо большое за подарочек. Привет, привет, Борт. Я с Алматы. Видно, да, что я недавно послушала. Всем спасибо за подарочки. О, да. Нет, я... Нет. Не же туз. Какой же туз? Похоже на крис. Нет, губу недавно прокачивали. Нет, еще давно еще. Привет, привет. Кто будет? Я с Алматы. Ужас. Это что-то. Причем тут район, знаю, не знаю, зачем. Я не хочу просто говорить, с какого района или какой район. Я просто сказала, что с Алматы, вот и все. На месте тебя. Всем спасибо. Взаимно, Никита. Спасибо большое.
пишет: спасибо вам за подарочки, магазин. Да не за что. Ну, блин, за губы, пожалуйста, не пишите, я вас умоляю. Можно же без этого? Ой, где-то далеко. Рустам, да? Спасибо большое за ручки. Всем привет, привет. Спасибо за Русь. Спасибо. А что с моими губами? Вот скажи, пожалуйста. Спасибо, Сима. Спасибо за розочек. Привет. Спасибо, Ким. Спасибо. Зачем губы... Какая разница, что я сделала с губами, не знаю. Спасибо. У меня все хорошо. У вас как дела? Я казашка. С Алматы. Сёма, спасибо за розочки. Никита, я, честно, я сама не успеваю читать. Одни и те же вопросы. Султан. А да. Да, я казашка. Сёма, спасибо за розочки. Да, я казашка. Господи, чего вы... Яна меня зовут. Похоже на... А, да? Да я не знаю. Спасибо. Приветствую, привет. Спасибо. Я не понимаю, подождите. Иман... Что вы пишете? Но... Ночь. Что ночь? Или ночи? Всем спасибо, Султан. Спасибо, хватит уже. Буэнос диэс, буэнос диэс. Все не скажут, что это чисто казашка. Спасибо. Говорю казашка, они мне там... Какой-то ночью, бонжур. Бонжур, бонжур. Спасибо и вам.